Коренные жители Дальнего Востока поклонялись полосатой дикой кошке, так как считали ее неприкосновенным, священным и мудрым животным. Знакомство учеников 23-го лицея с амурским тигром прошло в зале Центра детской и юношеской книги. В преддверии Международного дня в его честь виртуальную экскурсию для школьников провели сотрудники заповедника Бастак, место, где обитает краснокнижный хищник. К этому мероприятию оформлена очень красивая, яркая выставка, как вы видите, «Полосатое совершенство». На нем представлена вся литература, которая расскажет детям об этом удивительном и загадочном животном. Тигра можно было увидеть не только в книгах, но и на настоящих фото, сделанных в заповеднике. Методист отдела экологического просвещения принесла одну из фотоловушек, установленных в Бастаке. Именно они и являются главными рассказчиками о жизни животных на охраняемой территории. Ребятам поведали про первых хищников, одного из которых привезли в ЯО 16 лет назад. А спустя 8 лет у заветного и Золушки появилось первое потомство. Сейчас у каждого из тигров есть свой паспорт, а их популяция в ЯО насчитывает более 20 особей. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.